На месте пустыря и морально устаревшие площадки появится современное пространство. В первом микрорайоне у домов 17 и 19 идут работы по обустройству территории. Там будут установлены две детские площадки и одна для занятий спортом с полосой препятствий, батуты и даже батискаф. Проведут комплексное благоустройство территории. На сегодняшний день мы уже выполнили работу по устройству бордюрного камня, расширению парковочных мест. Также подготовили 4 площадки под монтаж оборудования. Также на одной площадке начали устанавливать непосредственно детский игровой комплекс. Следующим этапом после установки на этой площадке перейдем на другую. Также параллельно ведутся работы по устройству тротуаров. Обустройство площадки проходит в рамках регионального проекта повышения индекса качества городской среды и благоустройства отдельных территорий. Завершить работы планируют к 31 августа.